Приветствую вас, дорогие мои друзья, коллеги, рукодельницы, мастера, творческие личности. И сегодня у меня есть такое вот желание, прям с утра решила с вами поговорить об участии в выставках. Совсем скоро, через 2 дня, стартует выставка Handmade Expo, рукоделие. И эта выставка уже, ну, скажем так, одна из главных выставок в нашей стране, да, она такая масштабная. И мы все рады, что после длительного вот этого локдауна мы имеем возможность в реалии встретиться со своими клиентами, со своими поставщиками, со своими коллегами, просто обменяться новыми идеями, поделиться впечатлениями и вообще увидеть живых людей не онлайне. И это круто. И сегодня я хотела поговорить с вами о подготовке к выставке, об участии в выставках. Я так полагаю, что мой опыт руководителя, десятилетний опыт руководителя выставочного направления. Я создавала более 120 выставок, я их придумывала бренд, я регистрировала торговые марки, я приглашала крупнейших производителей мировых на наши выставки, я занималась промышленными выставками. Потом я занималась тем, что возила украинских производителей, украинских предпринимателей на зарубежные выставки. Ну и вот уже 16 лет я нахожусь с другой стороны выставок. Я являюсь участником в основном творческих выставок, выставок рукоделия. И я поэтому могу объединить 2 опыта и поделиться с вами, как готовиться к выставке, как выбирать выставку и что нужно успеть, что нужно еще успеть подготовить накануне выставки. Я думаю, что это будет полезно не только тем, кто участвует вот в ближайшей выставке с 3 по 6 марта, но эта информация пригодится вам и в другие ваши какие-то проекты, подготовках. Вот, это первый момент. Если вам будет интересно поговорить и что-то узнать об участии украинских творцов за рубежом, я с удовольствием поделюсь, но в другом эфире. Ну, а сегодня вот о выставках. И первое, о чем я хочу поговорить, потому что очень часто, ну, скажем так, 25 лет я так или иначе работаю с выставками. И я считаю, что это крутейший инструмент, который позволяет и посетителям, и участникам выставки получить живую информацию, реальную информацию о том, что вас интересует. Ну, сегодня мы говорим о том, как предпринимателю, как мастеру рукоделия, как художнику получить пользу от участия в выставках, да? Ну, первое, на что я хочу обратить внимание, выставки бывают разные. Бывают промышленные выставки, бывают ярмарки, бывают персональные выставки, бывают художественные выставки. И это все разные выставки, соответственно, у них разные цели. Но так или иначе, опять же, если интерес у вас будет, мы по отдельности в следующих эфирах я расскажу вам о нюансах, да, подготовки к той или иной выставке, но сегодня в общем будем говорить. Итак, если вы собираетесь принимать участие в выставке, первое, вы обращайте внимание на того, кто организует эту выставку. Репутация компании очень важна. Почему? Потому что мастера, специалисты в этой области, они знают, как готовиться к выставке. Выставка не готовится за месяц, выставка не готовится даже за 3 месяца. Хорошая выставка готовится минимум полгода, а, ну, по сути, там около 9 месяцев, да. Поэтому у них есть опыт. И за что мастер, поскольку мы все-таки о рукоделии, за что мастер платит деньги?
он платит не за саму крышу, не за сам столик или не за сам стенд. Он платит за то, что команда профессионалов приглашает к нему конкретно по его тематике целевую аудиторию. И если мы говорим о стоимости участия в выставке, то хорошая выставка, ну, не может стоить там 100 гривен, да, это не ярмарка на улице, там, где просто спонтанные покупки может кто-то сделать, там, проходящий мимо. На эту выставку приезжают конкретно люди, которые этой темой интересуются, да. Поэтому в первую очередь мы платим за вот эту нашу аудиторию, наших потенциальных клиентов. Но никаких гарантий организатор не несет за то, что вы на этой выставке поучаствуете успешно или наоборот, она вам не принесет никакой пользы. Почему? Потому что от вас зависит, что вы будете делать с вот этими людьми, которые придут на выставку. Посему вы, первое, да, я говорила, обращайте внимание, какой опыт проведения мероприятий у организатора, какой масштаб мероприятий были уже организованы, да? Что говорят об этой выставке, слушаете отзывы других участников, которые участвовали в предыдущих мероприятиях. Вот. Итак, вы выбрали участие в промышленной или там творческой выставке. Но я, чем я люблю Handmade Expo, тем, что эта выставка такой, знаете, своего рода, да, свежий срез рынка, что сейчас на рынке происходит. И очень важно понимать, когда вы идете на выставку, с какой целью вы участвуете. С одной стороны, да, многие хотят продать товар, там, окупить выставку, но окупаемость выставки просчитывается минимум в течение 4-5 месяцев. Почему? Потому что бывают такие случаи, когда люди стоят на стенде, общаются, пытаются продать клиентам потенциальным товар, да, но его не берут там по каким-то причинам. Может быть, он слишком завышена цена для этих людей, понимаете, это очень важный момент. Мы отдельно, я вот уже решила сделать целый цикл таких встреч с вами и поговорить о том, что на самом деле говорят вам люди, когда отвечают на ваши вопросы. Иногда есть еще такой, знаете, скрытый текст. Вот. И вот человек там торговал 4 дня, ну, еле-еле сводил там, не знаю, концы с концами, но по выхлопу, да, вот по подсчетам, вроде бы как выставка не очень прибыльная, но через 3 дня после выставки, когда потенциальные покупатели там разбирают материалы, которые они собрали, они там анализируют информацию, которую они получили, они с вами связываются и делают вам заказ, например, какой-то масштабный на там 100 единиц, на 1000 единиц, хотят заключить с вами контракт. Вот за 16 лет участие только как творческая личность, да, то есть как участник, как экспонент, я, ну, неоднократно получала заказы уже спустя какое-то время. И они не просто там отбивали, как говорят мастера, выставку. Они меня кормили там несколько месяцев потом. И это всего лишь 4 дня, которые я общалась непосредственно со своими потенциальными клиентами, да. Поэтому первый вопрос, с какой целью вы участвуете. Есть вариант распродажа. Второй, вы выводите какой-то на рынок новый продукт. Я не знаю, новую модель вязаного кардигана, новую какую-то придумали там фишку для там, подарков, да, какая-то особенная штука интересная. Может быть, вы какие-то завезли материалы для творчества, и вы хотите их продавать на постоянной основе, и вы сейчас исследуете, насколько интересен этот товар вашим клиентам, другим мастерам, готовы ли они к этой цене, ну и так далее. А может быть, вы вообще просто презентуете, собираете предзаказы, такое тоже возможно, да.
Дальше. Возможно, вы на этой выставке выставляете только образцы своих работ и собираете аудиторию на свои мастер-классы, на обучение. Что еще может быть? Ну, как цель, да? Возможно, вы участвуете, чтобы посмотреть, что подготовили конкуренты. Ну, опять же, я, например, очень люблю, ну, то есть я не называю это конкуренцией, знаете, это такое здоровое взаимодействие на рынке, потому что это всегда стимул. Знаете, как говорят, если вам кажется, то вам не кажется. Если вам кажется, что кто-то наступает вам на пятки, то это не о тех, кто наступает, потому что, ну, об этом мы отдельно поговорим. А это о том, что внутри вас уже есть вот это ощущение, что вы засиделись, что хочется что-то свежего, чего-то нового. Поэтому, ну, это такой значок, знаете, сигнал. Как угодно можете его расценивать, но это да, если вам кажется, то вам не кажется. Поэтому вы можете пройти, посмотреть, какие цены у ваших коллег по цеху, да, творческому. Вы можете посмотреть, как они представляют свою продукцию, как они общаются со своими клиентами, что они предлагают помимо самого товара, да, своим клиентам. И это вот, скажем так, вот анализ рынка. Следующий момент. Я, например, не часто участвую в украинских выставках, но в Handmade Expo я участвую регулярно. Для меня это такой показатель присутствия на рынке. Мы есть, я работаю, я консультирую, я открыта для сотрудничества. У меня несколько направлений, я уже говорила, да. И поэтому я стараюсь использовать эти 4 дня максимально эффективно для себя, да, и в поиске клиентов, корпоративных, потенциальных каких-то заказчиков на сувенирную продукцию, клиентов по арт-коучингу и клиентов, которые интересуются развитием своего бизнеса творческого на, ну, скажем так, на серьезном уровне. Да, сейчас у нас такое время, прошлый год мы все переходим потихонечку в онлайн, но живые выставки, переоценить их, скажем так, роль, ну, невозможно, потому что это сразу же живые клиенты, которые вам сразу ответят, да, хорошие там кофточку вы связали, ну, допустим, да, ну, вот, знаете, только с перламутровыми пуговицами хочется. А у вас вы говорите, а вот у меня наборы перламутровых пуговиц, выбирайте, пожалуйста, почему нет. Да, то есть какой-то сопутствующий товар вполне возможно вы можете представить на своем стенде. Ну, это я так сейчас вдруг вот пришло в голову. По поводу общения с реальным клиентом. Если вы берете стенд на выставке, минимальный стенд стоит около 4000 гривен, ну, плюс-минус, в общем, $150, да. На мой взгляд, неразумно просто их вбухать, сесть вот так вот и говорить «все, что видите». Ну, это самая дежурная фраза, которую можно услышать на выставке. Очень часто мастера заняты чем-то там своим, то они жуют, то они о чем-то разговаривают, ты проходишь мимо. Да, есть те, которые сразу же откликаются, и поверьте мне, когда они общаются, вот видно прям, да, там, где мастера общаются со своими клиентами, предлагают им товар взять в руки, подержать, пощупать, ощутить вот этого милого медвежоночка или куколку в своих ручках, да, то есть, ну, это такой дополнительный контакт вашего клиента с вашим товаром, который он уже захочет взять себе и вот влюбился, не отдам. Ну, например, повторяюсь, очень важный момент, это анализ работы после выставки, как его можно провести. Если вы просто сидели и торговали, и записывали, сколько вы там в день наторговали, да, вы сможете посчитать только приход в кассу и сказать, ну, так себе, слабовато, или наоборот, о, в этот раз там ура. Но если вы подготовитесь к выставке, то у вас больше шансов оценить ее и провести более глубокий анализ.
О чем это? Ну, во-первых, конечно же, вы готовите какую-то полиграфическую рекламную продукцию, вы предлагаете там свои какие-то флаера, если у вас есть перечень разных услуг, их много, да, у вас есть визитки. Я всегда рекомендую, вот 16 лет я участвую в выставках, не один раз в году, и в зарубежных, и в украинских, у меня всегда есть анкета посетителя. О чем это? Человек сам своей собственной рукой пишет свое имя, свой электронный адрес, свой телефон и говорит: да, я хочу получать от вас информацию. Ну, уже грех не дать ему этой информации. Если вы собираете подписчиков, то это первый момент. Естественно, сейчас у нас есть QR-коды. Если у вас есть свой QR-код и вы можете его распечатать, поставьте, пусть люди сразу же подписываются на вас в Instagram. Если у вас есть сайт, сделайте баннер или какой-то там, ну пусть небольшой, но отдельный плакат с вашим именем, который будет виден посетителям, даже если они не станут с вами говорить. Они будут фотографировать стенд, они будут выкладывать эти фотографии в свои соцсети. И если ваш стенд красиво оформлен, интересно оформлен, на нем представлена какая-то интересная продукция, поверьте, вам вот это вот бесплатное сарафанное радио привлечет дополнительных зрителей, дополнительных подписчиков, ну, априори, это даже не обсуждается. Я сейчас говорю так вот, ну, может быть, сумбурно, но первая тема – это подготовка, да, то есть сейчас мы говорим о целях. То есть на самом деле целей участия в выставке может быть гораздо больше, чем просто продажа товара, который у вас есть сейчас в наличии, понимаете? Следующий момент – оформление стенда. Я уже начала об этом говорить. Даже если у вас нет плакатов, баннеров и так далее, все равно вы можете оформить свой стенд как-то по-особенному, в каком-то, например, своем цвете, который там у вас на вашем логотипе есть, ваш любимый цвет, я не знаю. Бывает, часто очень оформляют стенд темным, да, цветом, там, шоколадным, черным, черный с серебром, черный с серым. Почему? Потому что на черном глубоком цвете очень хорошо видны яркие работы. И это в данном случае, ну, для творческой выставки, это интересный ход. Ну, почему нет? Ну, сделать как-то там его красиво, волшебно, не знаю. Либо наоборот. Есть варианты, вы можете использовать даже обои, да, и сделать какой-то такой рукодельный домик, цветочные обои, какие-то там шторки симпатичные, и там такая вот сидит феечка вся в цветах и создает кукол, ну, например, опять же, да. Если у вас разная продукция представлена, то ее лучше зонировать. С одной стороны, например, у вас расходные материалы, с другой стороны, у вас какая-то готовая продукция, и разделяйте ее, чтобы там не было вот этого каши на столе. Вот. Следующий момент. Вы, когда закрываете стенд, то есть вам организатор дает стенд уже с одним светильником, с розеткой, с тройником, туда можно три еще каких-то источника света подключить, или там источник света, зарядка для вашего телефона, вы можете там поставить свой чайник, или еще какую-то, не знаю, что-то подключить, да, если у вас там демонстрация, например, какой-то экран поставить, где будет на экране демонстрироваться процесс изготовления ваших украшений, например, или ролик о том, как вы ведете лекции, или просто будет такой слайд-шоу ваших работ мелькать, и люди будут останавливаться и смотреть. Даже обычные вот эти вот рамки, планшеты электронные, они тоже работают, потому что любое движение на стенде привлекает внимание и взгляд посетителя. Следующий момент – стол. Вам дают стол, но он же без скатерти. И если вы, ну, всегда, когда вы участвуете в выставках, у вас куча коробок, пакетов, сумок, если вы это все запихнете просто под стол, будет выглядеть как, не знаю, там, привокзальный какой-то зал ожидания, да,
Поэтому обязательно приготовьте скатерть. Скатерть должна закрывать ваш стол со всех сторон до пола. И тогда туда, под низ, под стол, вы можете спрятать все, и стенд будет выглядеть при этом прилично. Да? Вы можете взять свои столики, можете взять дополнительно свои какие-то стеллажи и стойки. Постарайтесь, чтобы они выглядели, ну, в одном цвете, в одном стиле. Как-то там их, если они разные по цвету, объедините их каким-то элементом. Не знаю, там пустите веточку какую-то весеннюю и туда, и туда. Ну, о том, чтобы это все не выбивалось, да, чтобы это выглядело все единым каким-то таким ансамблем. Следующий момент в оформлении стенда – это свет. Если у вас стенд большой, то одного источника света вам недостаточно. Я рекомендую, ну, хотя бы еще один, либо заказать в аренду у организаторов, либо привезти с собой источник света. Не знаю, сейчас куча вот этих кольцевых ламп, сейчас есть какие-то такие на прищепках светильники, ну, дело ваше. Но чем больше света, тем больше внимания привлекает ваш стенд у посетителей. Это работает, да. Следующий момент. Обязательно позаботьтесь, ну, это вот касается именно рукодельных выставок, потому что когда я занималась выставками промышленными, то клиенты брали, извините, пожалуйста, там 50 метров, 52 метра островами, да, поэтому там немножко другой подход. Вот. Но если это рукодельная выставка, то это, как правило, там... Да что ж такое, извините. Это, как правило, там 4-6 метров. Если у вас, вам посчастливилось взять стенд угловой, старайтесь, чтобы обе стороны были открыты. У вас больше зоны общения с вашими клиентами. Извините. Что попало? Простите, пожалуйста. Следующий момент. Стенд, когда вы уходите, мы его сдаем под охрану. Понятное дело, что охрана подписывает документы, вы поручаете это охране. Но практически все мастера завешивают стенд еще какой-то там тюлью или... Сейчас, извините, я выпью воды, секундочку. Я к вам вернулась, пересохла в горле. Вот, для чего это нужно? Ну, бывает так, что вы чуть-чуть опоздали и посетили, ну, на следующий день, и посетители уже ходят по выставке. С того момента, как выставка открыта, организаторы не несут ответственности за ваш товар. И если он хотя бы закрыт шторой, ну, у вас больше спокойствия, что ли, понимаете? Если он просто будет открыт и там никого нет, ну, вы не застрахованы от всевозможных нюансов, поэтому я вам рекомендую его завешивать. Следующий момент важный – это взаимодействие с клиентом. Я уже говорила о том, что тот, кто общается, тот, кто выглядит хорошо, тот, кто не жует, тот, кто не отвлекается на свои собственные дела и не делает вид, что его все достали, да, у того больше шансов мастера получить заказы или продать товар. Это первое. Второе. Если человек не... Ну, цель такая, да, чтобы человек что-то вам на выставке оставил. То есть, либо деньги за ваш товар, либо контакт. То есть, если он изначально остановился, уже что-то его заинтересовало. Для вас это сигнал к действию. И тут уже от вас зависит, что вы ему предложите такого, чтобы он взамен вам что-то дал. Если он оставляет вам контакты, дайте ему какой-то в руки буклет. Поставьте, не знаю, там корзиночку с конфетами, поставьте вазу с цветами. Мы часто дарили цветы, ну вот в последний день особенно, знаете, если большой букет тюльпанов, просто вот берете и дарите эти тюльпаны. Вам они уже все равно, вы их не потащите никуда, а людям приятно. Конфеты, то есть какие-то сладости. Может быть, у вас какие-то маленькие фирменные шоколадки с вашим логотипом. Тоже, пожалуйста, кто вам мешает, выкладывайте, угощайте людей. Благодарите их за то, что они уделили вам время. Самое дорогое – это время клиента.
И вы на выставке, если вы будете такие, как все, вас никто не запомнит. Самое ценное запоминают тех, кто отличался. Отличался чем там? Расположением, приятным разговором, запомнился. Что-то ему такое человеку рассказали, что ему вкусненькое дали. Дали какой-то календарик, магнитик или еще какую-то там финтиплюшку. Ну и, естественно, он захотел к вам прийти поучиться. Вы ему дали интересную информацию, может быть, подборку материалов по вашим курсам или еще что-то. Ну, в любом случае, как-то взаимодействуйте с людьми, и они будут вам в благодарность, они не просто вас будут слушать, они будут подписываться на вас, они будут обращаться к вам за советами, они будут с вами общаться. А это, ну, вот, гарантия того, что вы будете долгие годы с ними, и они будут вашими клиентами. Ну, чаще всего так. Ну, по крайней мере, мой 25-летний опыт говорит об этом. Дальше. Если у вас стенд большой, вы сами вряд ли справитесь, потому что, ну, в любом случае, вам захочется пойти выпить кофе, просто пройтись по выставке, посмотреть. Обязательно берите кого-то в помощники. Пусть этот человек, может быть, не обязательно это партнер, просто можете какую-то подругу попросить помочь, побыть вместе с вами на стенде. Если у вас там есть штат, то кого-то из сотрудников вы просто определяете, делаете им там какое-то дежурство, и они по очереди на этом стенде работают. Но работать на выставке — это не значит посиди, посторожи стенд. Сторожить ничего не надо. Нужно работать на нем, да? Человек, который работает на стенде, должен знать продукцию, он должен знать, сколько стоит что, он должен знать, когда ближайшее проведение мастер-классов, какие есть форматы проведения мастер-классов, он должен знать сайт, он должен его успеть показать клиенту на, там, не знаю, телефоне, смартфоне, чтобы тот, кто задал вопросы, да, смог получить максимальную информацию. То есть человек уходит от вас с информацией, а вы ее ему даете. И если вы берете человека, какого-то еще помощника себе, то этот помощник, так же, как вы, должен все это рассказывать. Не просто сидеть и говорить, повторюсь, да, это, ну, просто дежурная фраза, все, что видите. Нет, это вообще не, это не работа. Дальше. Человек должен понимать, что такое деньги, да, он должен считать, вы должны вести какую-то там бухгалтерию даже во время выставки, вы должны эти деньги хранить возле себя, не знаю, там на пояс сумку какую-то, потому что, ну, к сожалению, на выставках очень часто появляются там мошенники и, ну, практически... не знаю, вот в прошлом году нет, а так вот довольно регулярно делали объявления, там, берегите кошельки, там, держите крепко сумки и так далее. Ну, и вас это тоже касается. Очень часто во время продажи могут там задурить голову. Ну, к сожалению, просто нужно быть к этому готовым и не потакать этому, да, то есть не искушать. То есть просто изначально все у вас там при вас, и, соответственно, ничего плохого с вами случиться не может. Это такой момент важный для рукодельных выставок, потому что тоже вы можете начать рассказывать, там, как вы вязали что-то, или вышивали, или сколько там стежков, бисеринок пришито, и каким вы мазком рисовали, и каким клеем пользовались. В это время рассказывайте, но вы должны, фокус у вас зрения должен быть как у стрекозы, вот эти, да, глаза, вы должны все видеть. Поэтому, говорю, если стенд большой, если маленький, то вы там справитесь. А если у вас стенд большой, особенно вытянутый в длину, ну, важно, чтобы было несколько человек. Работать командой гораздо легче и проще на стенде. Дальше. Мы говорим о продажах. Если у вас свершилась продажа, ура, ура, поздравляем. Но помимо того, что вы продали товар, у вас должна быть упаковка этого товара, какой-то пакет. Вы туда, в этот пакет, обязательно кладите свою визиточку. Возможно, у вас какие-то фирменные уже пакеты. Сейчас очень модно крафтовая упаковка, да. И в этом случае я, например, предпочитаю, ну, мне нравится просто, когда я смотрю, да. Есть просто штампы. Вы покупаете самые дешевые.
дешевые крафтовые пакеты. У вас набранный ваш штамп с вашим адресом, с вашим логотипом. Вы их просто проштамповали. Все, у человека сохранился ну, дополнительный такой вот, не знаю, сигнал о том, где вас искать потом, да, сохраняется. То есть, если вы просто продали и отдали, ну, никуда ушли. Ну, да, вы получили деньги, но этот клиент вряд ли к вам вернется. А если вы его, скажем так, станьте лучшим клиентом для других, и точно так же у вас будут лучшие клиенты. Соответственно, станьте лучшим продавцом, и тогда вам будут продавать в лучшем виде, вас будут обслуживать, да, что это? Это там приятная улыбка, конфетка, визиточка, какой-то там подарочек. Если товар довольно дорогой, вы можете какой-то презентик туда дополнительный положить, почему нет? Очень часто за рубежом, например, когда продают мишку, да, там ему кладут какую-то подушечку, букетик цветочков, еще что-то такое с собой. Возьмите это ему, да, медвежонку. Я помню такой, когда я в Берлине на выставке работала почти 6 дней, по-моему, или 5. Выставка была очень длинная, она была огромнейшая. Ну, как 10 наших МВЦ, да, вот несколько павильонов. Мы только за 3 дня обошли просто эту выставку. Это все было... товары ручной работы со всего мира, начиная там Индонезия, то есть страны Азии, да, Италия, Германия, скандинавские страны, Латинская Америка. Это целые павильоны вот просто по материкам были. И мне так было приятно, как выставка большая, масштабная, да, и вот у меня купили там медвежат. И на следующий день я вижу, идет ко мне эта покупательница, я уж переживала, думаю, может, что-то я там забыла положить, что-то не так. И она приходит, говорит, я вам пришла показать, протягивает мне телефон, говорит, где поселился ваш медвежонок, вот у меня на полочке, и вот рядом с ним вот эта куколка. Вы не представляете, как это было приятно. Люди любят приятные истории, люди любят сказки, сколько бы им ни было лет. Поэтому старайтесь расположить их к общению, чтобы они к вам вернулись. Просто показать, куда они поставили вашу работу. Если вы работаете, опять же, это касается сейчас не только выставок, но и онлайн взаимодействия с клиентами. Общайтесь с ними так, чтобы они вам делали хорошие отзывы, чтобы они вам присылали фотографии ваших работ в своих интерьерах. Вы же потом их можете использовать для продвижения своего, да? Если вы проводите мастер-классы в рамках выставки, есть два формата. Если вы берете большой стенд, вы можете прямо на стенде своем поставить отдельный стол для демонстрационных мастер-классов. То есть участники, люди только смотрят. Вы работаете, да, это такое мастер-шоу так называемое. А люди смотрят, вы делаете. Есть второй вариант, когда вы берете павильон, который предлагают организаторы. Позаботьтесь о том, чтобы... Да, организаторы вам пригласят участников. Они сделают несколько объявлений во время выставки о том, что вы, именно вы будете проводить мастер-класс. Но позаботьтесь о том, чтобы у вас была презентация. Попросите организаторов о проекторе, чтобы у вас работал микрофон, чтобы людям было удобно там сидеть, если это какая-то такая формат лекции, да, если это формат прям вот рукодельного мастер-класса, чтобы там были мусорные корзины, чтобы столы стояли, чтобы столы были чистыми. Очень часто, ну, я сама это наблюдаю, многие мастера оставляют после себя вот такое, ну, на это уходит, чтобы убрать, уходит время, и вы воруете чужое время, так нечестно, просто а потом у вас что-то украдут, понимаете? Все, никто ничего не отменял, все взаимосвязано, поэтому позаботьтесь о том, чтобы презентация вашего мастер-класса проходила на должном уровне и оставляйте после себя место чище, чем оно было. Следующий момент. Вы можете договориться с организаторами о какой-то спецэкспозиции. Например, вы создали какую-то концептуальную коллекцию. Всегда люди, которые хотят договориться, они всегда договорятся. И вы можете заранее, конечно же, это не за день, это даже не за месяц, это даже не за два.
А заранее вы договариваетесь, рассказываете, делитесь своей какой-то идеей с организаторами. И если она вызывает отклик в их душе, да, и вдохновляет их, они вас поддержат, они вам сделают дополнительный просто промоушен. Они включат вас в программу, общую программу выставки, и все посетители сайта организаторов будут о вас знать. Это ваша дополнительная реклама за те же деньги, которые вы вложили в участие в выставке. Используйте эту возможность, это важно. Отдельно хочу остановиться буквально пару минут на том, что есть участники, есть очень много мастеров, которым, ну, дороговато. Вот они на старте, только начинают. Объединяйтесь и говорите об этом организаторам, говорите о том, что у вас там, например, какое-то творчее объединение, и для вас могут предоставить какой-то коллективный стенд. Но об этом нужно тоже заранее, там, ну, загодя договариваться. Вот, и вы сможете, скажем так, посильную какой-то взнос сделать, там, посчитать, разбить стоимость участия на нескольких мастеров, и вам будет легче, но при этом каждый из вас сможет пообщаться со своими клиентами. Живое общение, круче него, ну, ничего нет, потому что вы прям вживую можете спросить, а это вам нравится, а вот это как вам? А вам человек скажет, вы знаете, ну, как-то вот мне не очень. И вполне возможно, они вам дадут какие-то советы прям вживую. Вы их все записываете, обязательно берите блокнот, и все советы, все какие-то там вопросы, все, что человеку не нравится, вы записываете так же, как и нравится. А потом вы будете делать анализ. Повторюсь, анализ выставки, он очень ценен, но если вы знаете, что анализировать, да? Следующий момент. Помимо спецэкспозиции, если вы занимаетесь изготовлением украшений или изготовлением одежды, вы можете организовать показ моделей своей одежды, там, своей коллекции. Это тоже отдельно оговаривается с организаторами, и они явно, ну, поддержат вас. Про подготовку персональной выставки – это отдельная тема, я сейчас, ну, не хочу говорить, но просто один такой интересный момент. Вот мои клиенты, с которыми я работаю, которых я веду, творческие люди, художники, флористы, хозяева даже там салонов. Мы об этом говорим тоже с ними, что помимо того, что у вас есть готовая продукция, вы можете с этой продукцией сделать еще какую-то, ну, такой мерч, да, сейчас это называется, какую-то сувенирку. Если у вас, вы, например, выставляете картины, то эти картины можно напечатать там на чашках, эти картины можно напечатать там, постеры сделать, да, и если картина покажется дорогой покупателю, но он прям вот не сможет уйти без покупки, вполне возможно, он возьмет просто постер, и ему это тоже будет ценно, интересно, и эта работа ваша будет радовать вашего клиента, он ее повесит там на винное место, на самое любимое. Ну, например, или будет пить чай из чашки там с каким-то прекрасным клоуном или пейзажем. Ну, такое тоже может быть. Вот, поэтому подумайте. Если вы представляете на выставке не конечный продукт, а какие-то наборы для творчества, не знаю, там, ну, например, да, вышивка бисером, у вас какие-то схемы или наборы, то обязательно должны висеть готовые работы, которые люди увидят, посмотрят и скажут, я тоже такое хочу, да, они должны видеть, как это в конце у них получится, какой будет результат. Вот, то же самое касается, если вы продаете выкройки кукол или выкройки мишек, у вас обязательно должны сидеть образцы, что в итоге получится у вашего клиента.
Что еще такого важного и ценного? Ну, очень здорово, что выставка, которая будет проходить вот в ближайшие дни, она проходит накануне 8 марта. Ну, это возможность дополнительно привлечь клиентов, которые ищут подарки женщинам, подругам, женам, мамам, дочерям. И вы можете тоже сами на своих страницах говорить о том, что если вы хотели давным-давно вот ко мне обратиться, то у вас есть возможность прийти ко мне на стенд и вживую, вручную, прям там выбрать все, что вам нравится, приглашаю. Очень важный момент. Есть такие организаторы, которые рассчитывают только на участников, что они будут вас пиарить. Так тоже не работает. Вот. Но использовать дополнительную возможность привлечь клиентов, почему нет? Вы можете там делать какие-то селфи, выставлять, вы можете там, не знаю, тоже сами там демонстрировать какие-то свои работы. Вот прямо сейчас на выставке вот вы можете прийти и посмотреть на моего прекрасного там медведя, там, например, ну или еще что-то, да. Что еще я хотела сказать? Если вы во время выставки встречаетесь и общаетесь с какими-то клиентами, которые могут быть вашими такими оптовыми покупателями, имейте возможность где-то с ними отдельно поговорить. Потому что во время работы стенда вы начинаете говорить, тут люди подходят, спрашивают, сколько стоит, покажите мне такое же, только там золотое, серебряное, что-нибудь там, да, вас будут отвлекать. Поэтому попросите либо своего соседа, коллегу присмотреть за стендом, ну, вот переговоры с потенциальными крупными заказчиками нужно проводить отдельно, вот чтобы вы им уделили время. Люди любят, когда с ними, ну, ради них тоже идут на какие-то шаги, да, не отмахивайтесь от них, потому что вы не знаете, где, кто и как сделает вам заказ. Поверьте мне, у меня были очень интересные заказчики. Мне несколько, вы знаете, совсем недавно я обнаружила, что я работала, оказывается, с 4 президентами нашей страны, вот разными президентами. У одного жена покупала мои работы, другой сам ходил и регулярно покупал мои работы прямо на выставке. Кто-то заказывал, для кого-то я проводила мастер-классы творческие для детей вот этого окружения. Вот. И все эти люди, и президенты в том числе, обо мне узнали, ну, вот, вживую, просто кто-то где-то меня увидел на выставке, порекомендовал, и так со мной связались, вот. Ну что, для первого раза, мне кажется, достаточно. Если у вас будут вопросы, я буду рада на них ответить. Я сохраню этот видео, такой сюжет. Вот, я всем желаю успешной недели, поздравляю всех с первым днем весны, желаю, чтобы нам весна принесла море вдохновения, не только вдохновения, но и реализации, вот, прекрасного такого настроения, вот, всех ждем с 3 по 6 марта в МВЦ на Боровском проспекте 15, наш стенд H3, Вот, я отдельно выложу еще ссылку на план выставки, и вы сможете найти на этом плане заранее всех, с кем вы захотите пообщаться, всех участников, и обязательно посетите наш стенд, буду рада с вами пообщаться, мои дорогие. Я всех обнимаю, всем шлю прекрасные свои эмоции, вот, и до встречи на выставке Handmade Expo. С 3 по 6 марта. Пока-пока.